Здравствуйте, дорогие зрители канала «Баланс ТВ». В студии Инга Гончарова, и мы продолжаем рубрику «Будь здоров». Сегодня у нас в гостях вновь врач-невролог, специалист по лечению позвоночника и суставов Владимир Курышев. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. Мы с вами уже обсудили о том, как важно правильно и вовремя диагностировать проблемы с позвоночником и суставами. Разобрали даже о том, как их правильно лечить и у какого специалиста. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о возрастных особенностях лечения, которые могут возникнуть у людей с позвоночником и с суставами. Итак, скажите, пожалуйста, Владимир, чем отличается диагностика и лечение в зависимости от возраста? И есть ли такое различие? Да, различия есть. И в медицине даже существуют врачи, например, педиатры, которые лечат исключительно детей, то есть людей, у которых возраст не перешел границу, отметку 14 лет. И вот, соответственно, да, если уж даже целая профессия существует, то это говорит о том, что различия есть, и они даже существенные. И вот поэтому, чтобы мы эту тему было понятно, какой возраст мы имеем в виду, это как раз вот первый этап, это с рождения до 14 лет, потом с 14 лет где-то приблизительно до 40 лет и с 40 лет и дальше. То есть это вот три периода возрастных, которые очень сильно отличаются в плане диагностики и лечения. Правильно ли я вас понимаю, что вы можете диагностировать и заниматься лечением людей из любой вот этой возрастной периодизации? Конечно. Надо просто знать эти особенности. То есть, несмотря на то, что в детском возрасте есть отдельные группы врачей, педиатры, то врач-невролог, в данном случае вы можете диагностировать правильно в любом возрасте и выбрать правильный метод лечения для любого возраста человека. Да, надо просто, вот опять же повторюсь, надо знать эти особенности, иметь определенный опыт. То есть есть школы разные, которые в зависимости от возраста дают, скажем так, свои рекомендации по методу воздействия, его силе и так далее. Ну вот тогда первый вопрос, который может быть непонятен обычному человеку, да, откуда и в связи с чем могут появиться проблемы с позвоночником у ребенка? Откуда появляются эти проблемы? В основном, если мы говорим о каком-то совсем юном возрасте, то есть там до 5 лет, то нужно понимать, что человек с этим родился. То есть какая-то родовая травма? Не обязательно травма, это может быть просто, скажем так, проблемы еще на уровне, когда ребеночек формировался в теле у мамы, у него произошли какие-то, ну скажем так, либо не до конца сформировался какой-то орган, даже в позвоночнике такое бывает. Вот. Либо были какие-то в процессе этого формирования, были какие-то, скажем так, вот сбои. Да? И вот эти сбои потом постепенно, уже когда ребенок появляется на свет, они начинают проявляться. И так как тело ребенка интенсивно растет, вот эти вот сбои, они могут постепенно привести уже к явно выраженной проблеме, даже уже к 5 годам. Как лечить, как понять, что проблема существует? Я уже говорил, что любое лечение начинается с диагностики. То есть мы должны прийти к врачу, который практикует, который знает, который имеет опыт не один год и даже не 5 лет, и показать ему своего дорогого ребенка и сказать: вот мне кажется, у меня какие-то проблемы есть. И ко мне часто обращаются люди, и иногда мне удается людей даже на этапе телефонного звонка успокаивать. Вот. Ну, например, есть такая классическая проблема, когда говорят, что вот у моего ребеночка, если я смотрю на него сзади, несимметричные складки, ну, там, на ножках или под ягодичками, и вот они говорят: о, наверное, у него там сколиоз там, или еще что-то. На самом деле, вот эта асимметрия складочек, если она, ну, неявно выражена, в этом ничего страшного нет. То есть полной симметрии не бывает никогда. И, соответственно, не всегда это необходимо лечить. Опять же, я сейчас говорю только свое мнение, вот просто из своего опыта, из опыта людей, которые обучали меня медицинской профессии. Поэтому я считаю, что если вы идете к профессионалу и вы ему доверяете, он может уже достаточно серьезно вас успокоить. А если, например, нет, как, ну, если действительно какая-то проблема есть, у детей особенность в том, что иногда мы даже не назначаем лечение. Мы просто назначаем какие-то самые простые рекомендации, даем и просто наблюдаем. Потому что так как тело ребенка очень интенсивно растет, то какие-то проблемы могут сами собой проходить.
Вот. И наоборот, если у ребенка какая-то проблема очень быстро прогрессирует, например, раз в полгода мы наблюдаем этого ребенка и видим, что за полгода, например, стало хуже что-то, вот те же складочки, например, асимметрия усилилась, и тогда уже действительно мы смотрим о том, что, может быть, уже стоит какое-то лечение назначить. Но опять же, я говорю, что вот лечение детям, как правило, оно очень щадящее, то есть оно очень мягкое, оно, как правило, ну, скажем так, имеет определенную растянутость во времени, то есть у нас нет цели очень быстро, там, за несколько раз его полечить. То есть это очень для детей может быть опасно. Вы, кстати, упомянули такое заболевание позвоночника, как сколиоз. А это заболевание, оно приобретенное или бывает иногда врожденным? Опять же, вот мое мнение, что может быть и так, и так. Потому что однажды ко мне пришла девочка в возрасте 5 лет уже практически с третьей степенью сколиоза. То есть в 5 лет ребенок, он практически не сидит, практически, не, ну, там, ходит, конечно, но у него нет какой-то нагрузки, вот, действительно опасной на позвоночник. Он не носит мешки там и так далее. Даже на уроках еще не сидит. А сколиоз уже проявлен. И поэтому в этом случае это редко бывает, но тем не менее я считаю, что это в каком-то степени, ну, еще проблемы, связанные с дородовым периодом. Вот. А чаще всего, конечно же, сколиозы – это приобретенное заболевание. Многие мамочки интересуются вот следующим вопросом. Дело в том, что в период грудного кормления ребенка возникают проблемы с суставами. Суставы болят, они начинают себя проявлять. С чем это связано и как можно здесь повлиять на ситуацию, как можно помочь мамам? Ну вот первые две причины, чаще всего, которые я вижу, когда приходят либо кормящие мамы, либо уже которые только-только перестали кормить, это в том, что резко возрастает нагрузка на позвоночник. То есть если до этого мама ходила в основном, занималась какими-то домашними делами, то тут у нее появляется стремительно растущий такой человечек, как правило, уже 10 килограмм веса. Вот. И она, если она особенно не знает, как с этим, ну вот уж извините, я буду воспринимать его просто как вес 10 килограмм, то есть не будем брать тонкости его души, природы и так далее, что нужно этот вес правильно перемещать по квартире и так далее. То есть и все правила, вот, которые я даю людям, когда рассказываю, как правильно чемодан поднимать или там какие-то тяжести, я также имею в виду и детей. То есть ребенка надо тоже уметь правильно поднять, переместить, посадить. Да, потому что, представляете, даже там попу ребенку помыть нужно. Ну, у меня много разных детей, поэтому я знаю, что действительно, потому что ты моешь попу там по 5-6 раз в день. И если это делать неправильно, ну, через пару месяцев можно получить серьезные проблемы с суставами. Это первая причина. А вторая причина, она немножечко более тонкая, это, скажем так, изменение обмена веществ у мамы. Потому что когда выделяется грудное молоко, очень большая часть питательных веществ из крови, так как молоко – это кровь женщины, да, просто из нее убраны тельца кровяные. Вот. И, соответственно, питательные вещества стремительно уходят туда. Если мама недополучает их, например, с питанием, что сейчас очень часто бывает, она действительно может получить проблемы с суставами. Но там будут, конечно, не только с суставами проблемы, вообще с соединительной тканью. То есть это зубы, ногти, волосы и в том числе и суставы. Да? А поэтому... как понять, что ты чего-то недополучаешь? Вот просто мамочки говорят, болят суставы, да? Но при этом, допустим, зубы в порядке, волосы не выпадают, все хорошо, но, допустим, там трещат колени. Или позвоночник, или просто, допустим, боль в суставах. Можно ли это самому диагностировать? И как понять, каких микроэлементов в рационе не хватает, как восполнить? Чаще всего именно недостаток питательных веществ в питании, он проявляется в виде, например, какой-то слабости, повышенной утомляемости, нарушением сна и так далее. То есть привычные какие-то обязанности, которые мама выполняет по дому, они вдруг становятся ей достаточно тяжело выполнять эти обязанности. И вот это уже может наводить на мысль, что, ну, если я так медленно восстанавливаюсь, или даже вообще постоянно синдром такой хронической усталости, ну, значит, что-то надо поменять. И вот первое, что я рекомендую, например, это режим дня правильно выставить и режим питания.
есть это вот две вещи, которые совершенно каждому человеку необходимо контролировать. То есть, еще раз повторю, это режим дня и режим питания. Мне кажется, когда у тебя появляется ребенок, ты уже, твой режим дня зависит вот от этого маленького человека. На самом деле, это правда, но на самом деле дети, они до какой-то степени подстраиваются под нас. Это тоже возможно. То есть неправильно полностью подстраивать свою жизнь под жизнь ребенка. Потому что иногда даже вот эти так называемые депрессии, они же послеродовые, они возникают как раз из-за этого. Что мать, она полностью погружается в ребенка, а вообще считается сознание ребенка, оно невежественно. И, естественно, если вот женщина полностью погружается в это сознание, она, ну, а плоды невежественного сознания – это вот как раз депрессия, апатия, вялость, леность, отсутствие какой-то цели. То есть это признак того, что ты чрезмерно сконцентрировался на ребенке. Это неправильно. А возможно не концентрироваться чрезмерно? Где вот эта грань? Потому что, когда у тебя рождается ребенок, это целая вселенная новая, и ты с головой уже просто как будто привязан к нему, угу. Да? То есть к твоему телу привязывают еще одно тело, и ты уже всегда везде с ним. Как можно себя с ним раз отождествить? Это вообще возможно? Конечно. Необходим наставник, то есть необходим человек, который укажет тебе на это очень мягко, вот, и очень благоприятно иметь мужа. То есть муж – это как раз та личность, которая отметит какие-то моменты, связанные с тем, что ты, ну, что-то делаешь не так. Либо это какие-то старшие женщины, там, бабушки, мамы. То есть у них же есть опыт. И они, как правило, тебе говорят, ты знаешь, вот, ну, что-то вот, ты сейчас вот, если ты так будешь продолжать делать, у тебя какие-то проблемы возникнут. Если мы в семье, ну, совсем никого не слушаем, бывает такое, к сожалению, то, конечно, нужно пойти вот опять же к специалисту, к врачу, который тебе то же самое скажет, что твой муж, но ты его послушаешь, потому что это вот человек со стороны. Платишь деньги, опять-таки. Да. Мотив. Мотив очень работает. То есть, когда человек даже вот чуть-чуть что-то отдал из денег, он ценит это. Это важно, да. Итак, Владимир, ну, с детским возрастом мы немножко разобрались. Перейдем ко второй группе людей, которую вы обозначили. Это от 14 и до 40 лет. Чем эта группа людей характеризуется? Почему возникают проблемы с позвоночником и суставами? И как с этим быть? Назовем это зрелым периодом в жизни человека. Зрелый период, он подразумевает период стабильности. То есть стабильность, она проявляется во всем. И в поведении человека, проявляется в его каких-то даже целях. И, соответственно, стабильность проявляется в его, ну, скажем так, поведении, когда человек какие-то занимается каким-то, там, работа у него появляется, или дело, или хобби, и так далее. То есть это время, когда человек определяет сам для себя, что ему важно, то есть определяет ценности в жизни. И вот, соответственно, в зависимости от того, что человек выбрал, врач будет уже понимать, какие от этой деятельности могут быть проблемы. Это так называемые вот эти профессиональные заболевания. Но профессиональные – это не обязательно связано с профессией, а даже вот с увлечениями человека. Потому что, например, если человек увлекается альпинизмом, у него будут другие проблемы, чем у человека, который увлекается шахматами, например. Очевидно. Вот и все. И мы делаем выводы по тому, чем человек занят в этот момент. И здесь особенности лечения, вот как раз я бы хотел отметить вот этот момент, что если мы знаем, что человек любит делать, вот, что он считает самым ценным, куда он вкладывает больше всего энергии, нам будет очень просто понять, что с ним. Многие диетологи говорят о том, что не только вид деятельности профессиональный влияет на состояние наших костей и суставов, но еще все-таки наш рацион. Вы как доктор можете отметить такую особенность и говорите ли вы о рационе со своими пациентами? Касаетесь ли вы этой темы и насколько это вообще возможно? Конечно, вот, все знают это выражение, что ты – это то, что ты ешь. Вот. И я немножко по-другому объясняю эту вещь, что есть так называемое чудо в нашем теле происходит, когда мы съедаем яблоко, и это яблоко превращается в нас, то есть в часть нашего тела. И вот я как раз этот пример очень люблю. И это означает, что вот, ну, я думаю, яблоки нравятся всем людям. И, например, если мы едим эти яблоки, совершенно очевидно, что наше тело будет здоровым. Вот. Но если вдруг по какому-то нелепой случайности мы вместо яблок любим немножечко потухшую селедку есть,
то тело будет создаваться из потухшей селедки. И, соответственно, ну, тело будет другим. Тело будет болеть? Конечно. Вы об этом говорите? Конечно. Но я думаю, это отдельный блок, который стоит изучить, разобраться, сделать свое решение, да, взрослое решение, потому что мы говорим о взрослом возрасте. Переходя за рубеж 40 лет, усугубляются ли заболевания, связанные с позвоночником и суставами, и каким образом, что для этого необходимо делать, чтобы предотвратить? Да, это вот рубеж 40-летний в медицине, это считается период, начало периода увядания тела. Считается нормальным, когда у человека немножко повышается артериальное давление. Именно повышается? Да, как правило, оно всегда повышается. Когда у человека теряется острота зрения и так далее. Ну, уж всем понятно, что то, как ты прыгал и бегал, там, в 15 лет ты не будешь бегать в 40. А даже если пробежишь, то последствия будут очень грустные. Вот. И поэтому, зная, опять же, вот эту особенность, я, когда предлагаю пациентам лечение, я сразу их настраиваю на один момент, что ни в коем случае нельзя путать возраст с болезнью. То есть часто, когда мы приходим к врачу, вот, и врач может нам сказать такой, ну что же вы хотите, у вас же возраст, годы и так далее. И вот я людям говорю, что вы не путаете возрастные изменения с болезнью. Болезнь можно вылечить, но омолодить человека, конечно же, мы не можем. Но мы, во-первых, мы можем вернуть его в возрастную норму. То есть если у него позвоночник в 50 лет, скажем так, функционирует как в 60 или даже в 70, вот эту вещь мы можем вернуть. Вот. А где вот эта норма и для всех ли она одинаковая? Я вот, например, недавно смотрела такой вебинар со спортсменами, которые придерживаются здорового образа жизни, которые придерживаются принципов правильного питания, они тренируются, и они показывают какие-то невероятные показатели в 60 лет. То есть они себя чувствуют очень даже здоровыми. Соответственно, они говорят, мы проходили исследования, у нас все в порядке со всем организмом, соответственно, там и с позвоночником, с суставами, и со всеми показателями микроэлементов, которые необходимы для здорового человека. Кто эти люди? Это небожители, которые наделены каким-то невероятным здоровьем по праву рождения? Или это люди, которые работали над собой, над правильным образом жизни и, соответственно, теперь пожинают плоды? Я согласен и с тем, и с другим. Я считаю, что действительно, если мы с умом вкладываем определенную жизненную энергию, определенные усилия вкладываем, например, в здоровье, совершенно очевидно, что мы получаем результат. Поэтому я считаю, что если этот человек правильно все делает, под, опять же, руководством более опытных людей, конечно, он будет и до 60, и, может быть, даже больше лет, он будет себя чувствовать хорошо. Но, опять же, вот, может быть, я ошибаюсь, но все-таки это исключение из правил. В основном вот такие тренированные люди, которые там вот по таким вот горам лазят, ну, все-таки это исключение. В основном люди занимаются, из моего опыта, люди в основном ведут какой-то сидячий образ жизни, вот. Причем люди разных совершенно увлечений в основном сейчас сидят. Соответственно, последствия этого сидения вот налицо, то есть срастание позвоночника, те же хрусты в коленях, о которых вы говорите. Поэтому стремиться к этому нужно, но нужно быть практичными. То есть нужно понимать, что сейчас мне в гору точно лазить не надо. А что я могу сделать сегодня? Например, может мне взять и 10 раз присесть, например, и попробовать с этого начать. То есть первый шаг надо сделать, и этот шаг желательно... Какие-то шаги по изменению своего состояния здоровья? Лечебную физкультуру, допустим, или изменение образа жизни вы можете рекомендовать в зависимости от возрастных вот этих категорий и периодизаций? У меня в основном приходят люди, которые уже имеют какие-то серьезные заболевания, хронические заболевания. И поэтому все рекомендации по гимнастике я даю после того, как человек пролечился. Потому что вот пример я привожу очень простой, что, например, бегать полезно, если умеренно это делать. Но полезно ли бегать со сломанной ногой? Совершенно очевидно. А всем ли, кстати, полезно? Многие говорят, что есть виды нагрузки, физической нагрузки, которые подходят не всем. Вы как доктор, как специалист по суставам, можете выделить те группы людей, которым какая-то определенная физическая активность не подходит? Так ли это? Или это миф?
Но если говорить о беге, например, да, то если у человека лишний вес, он весит там, ну, скажем так, больше 80 килограммов, как в моем случае, то этот лишний вес просто будет разбивать ему коленные суставы. И если он будет так делать, то очень скоро проблемы уже дадут о себе знать. А вот как раз люди, у которых нет лишнего веса, которые достаточно, ну, скажем так, тренированы, не то, что им рекомендую я бег, а им нельзя его запретить. То есть они не могут без этого, они фактически вот все в этой деятельности, они не могут даже не бегать. Поэтому я даю рекомендации в зависимости от особенностей тела, от того, чем болен человек. То есть у меня в основном приходят люди все-таки с болезнями. Я не работаю, ну, с условно здоровыми людьми. Хорошо. Вот наши телезрители, я надеюсь, что они все-таки в большинстве случаев здоровы. А какие рекомендации вы можете дать по образу жизни и физическим нагрузкам для того, чтобы предотвратить заболевания, какие-то проблемы, которые могут возникнуть с возрастом? Я уже говорил, что желательно соблюдать режим дня, режим работы, режим отдыха, то есть правильно дозировать день свой, то есть чтобы он условно разделялся, световой день разделялся на три части. То есть это время, когда я работаю, время, когда я отдаю своей семье, и еще одна треть – это время, которое я отдаю саморазвитию. То есть вот такое деление на три части, вот именно светового дня, оно приведет к сбалансированному режиму жизни. То есть человек такой будет удовлетворен, он будет понимать цели, зачем он живет, он будет здоровье хорошее иметь и так далее. То есть это вот режим дня. Если возникли, опять же, какие-то проблемы, своевременно обращаться к врачу. Питание. Питание имеет очень большое значение. То есть загляните в свой холодильник и подумайте, да, что из этого вот вы хотели бы, чтобы это стало частью вашего тела. То есть насколько эта пища полезно. То есть посмотрите состав, например, хотя бы. То есть уже понимать, что вот из того, что там есть, будет создано мое тело. Ну, физические нагрузки? Обязательно, обязательно. Просто эти нагрузки должны быть, если это женское тело, то нагрузки должны быть без отягощений. То есть это какие-то прогулки, там, опять же, легкий бег, какие-то растяжки, та же йога. Если мужчина, я всегда рекомендую какие-то нагрузки такие, чтобы человек мог хотя бы раз в неделю вспотеть. То есть он должен вот почувствовать такое чувство, что вот действительно прогналась кровь, и он как бы дал себе нагрузку до выхода пота из пор. То есть это момент, говорящий о том, что сердце получило нагрузку, все системы органов работают, скажем так, в хорошем таком интенсивном режиме. То есть вот такой, вот есть такое понятие стресса, и вот стресс на самом деле полезен. И вот как раз вот это состояние стресса, оно и проявляется в виде испарины, сердцебиения и так далее. И это очень хорошая вещь. Но вреден дистресс, то есть состояние, когда человек испытывает нагрузки больше, чем тело может выдержать. То есть лучше стресс себе организовать в жизни самому, пробежкой. Благостный стресс, правильный. Нежели чем получить его, не знаю, на работе. Да, ну хороший стресс даже на работе, он полезен. Важно, как мы реагируем на него. То есть стресс, он даже не в том, что происходит, а в том, какая реакция. И вот, да, вот реакцию мы можем контролировать, но мы не можем контролировать, что будет с нами происходить. А как контролировать реакцию, если человек погружен в эту ситуацию и, в общем-то, не может контролировать, не знаю, деятельность своих гормонов, да? Вот, допустим, гормоны стресса есть. Человек проходит сложную ситуацию, ну, допустим, там, на работе или где-то в личной жизни. Как он может ее контролировать? Ну, раз у нас сегодня разговор в свете возраста, вот у кого есть дети, все прекрасно знают, что дети, они воспитываются очень просто, они копируют родителей. И это настолько очевидно видно, ну, заметно, что даже никто не спорит об этом, что ребенок, он просто повторяет то, что видит от взрослого, либо от воспитателя, либо от других детей. Но на самом деле вот это свойство наше копировать, иногда даже просто копировать чисто внешне, оно остается с нами на всю жизнь. И вот, соответственно, если мы имеем возможность общаться с человеком, который умеет контролировать свои чувства, который умеет правильно реагировать на те стрессы, которые приходят со стороны, который может это знание передать нам, я говорю о наставнике, да, и вот
этот человек является тем, на которого должно направлено быть все наше внимание. И вот если этот человек, как-то связь мы получим с ним, а связь мы получаем очень просто. Мы просто слушаем его и искренне принимаем его наставления, пытаемся им следовать. И вот если такой человек появляется у нас в жизни, можете быть уверены, что качества этого человека рано или поздно перейдут к нам. Вы знаете таких людей? Очень много. То есть те люди, которые реально могут контролировать свое внутреннее состояние, свой, там, я не знаю, что это, выброс гормонов в кровь при стрессе, и которые обладают такой силой, не знаю, разума и духа, что их очень сложно вывести из себя. Вы их знаете? Конечно. Они реально, их можно найти? Совершенно точно. Говорится так, что учитель приходит по готовности ученика. То есть в нашей жизни эти люди появятся только тогда, когда мы действительно захотим найти такого человека. И он обязательно появится. В моем случае у меня на это ушло 20 лет, но я очень счастлив. Что это считается быстро. Как изменилось, коль уж цикл передач у нас «Будь здоров», ваше здоровье? При встрече с учителем? Ну, скажем так, к сожалению, я уже успел его достаточно подпортить к моменту встречи. Вот, но все аспекты жизни изменились. И учитель говорит, что на самом деле, если мы искренне следуем знанию, которое дает нам учитель, то изменится все. То есть изменится момент, как мы встаем утром, вплоть до того, как мы отходим ко сну. То есть учитель трансформирует все стороны, все сферы нашей жизни. Именно из-за того, что он обладает этим знанием, а мы, к сожалению, им не обладаем и очень часто совершаем ошибки. Поэтому контроль чувств возможен только общаясь с человеком, который контролирует чувства. Только он нас этому может научить. Как интересно, мы с вами начали нашу беседу с того, как же привести наше тело, наш позвоночник и суставы в здоровый вид, как предотвратить заболевания, а закончили нашу беседу об учителе. Спасибо вам за то, что вы затрагиваете не только медицинские аспекты здоровья, но еще и говорите очень важные вещи о внутренней гармонии, о внутренних состояниях, которые, конечно же, являются неотъемлемой частью здорового состояния здорового человека. Спасибо вам за замечательные вопросы, которые наводят меня на эти мысли. Спасибо. Спасибо. Это был Владимир Курышев. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам передачи вы можете увидеть у нас на сайте balance-tv.ru. Всего доброго и до новых встреч. В эфире «Добрые новости». В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8-926-390-07-82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefisshop.com.